Сейчас идем. Так, сегодня у нас 16 сентября, 17 год, Харьков. И в Харькове пикники, научные пикники. Сейчас будем посмотреть, что это вообще такое. Да, пахнет неплохо. Идея заборчиков не вполне понятна, потому как все открыто. А? Вон, видишь, впереди? Там у нас хатуб, я не пойму, что-то как-то попрозрачнее стало. Вот, смотри, скорая помощь приехала, смотри. Ты видишь, какое дубище, сынок? А? Это этот охраняемый, не знаешь? Может, лучше кришнаидов? А вот и скоро. Не, это не скоро, а скоро. Очень удачно. И очень вовремя. Да. Давай. Юридичный факультет. Так, наверное, надо последовательно, а то сейчас потеряешься. Своих я уже потерял. Что это такое? С чем его едят? Микробы как люди. Да. Микробы как люди. Люди как микробы. Опс. Вот это да. Нерабочая лампа, понимаете, абсолютно перегретая лампа. Так вот как делают сладкую вату. Лампушка. Боишься. Вот это уже похоже на пикник буквально. Аппетита почему-то не вызывает. Макснет, ну это провайдер интернета. Университет национальных справ. Попробуй, сказал.
Student Chapter Институтов радиофизики и электроники. От завтра, кстати, осенний велодень у нас в Харькове. Разрешите. Вот это мероприятие точно стоит не пропускать. А, это офтальмика. Ну, у меня, слава богу, 100% пока необходимости нет. Технично студия Винахідник. Смотри, это будущее Европы. Ты, Андрюша, колледж. Тут и институты, и колледжи, и кружки какие-то, я так понял. Солянка полная. И какие-то фирмы. Это зависимость давления от скорости воздуха, да? Как это? Закон Бойля-Мариотта. Чем выше скорость, тем меньше давление. Знаем мы такие опыты, на пылесосе проводили с шариком для пинг-понга. О, а он я уже ласты завернул. Да, выглядит это как в фильмах про подпольные наркодельцов. Ну, Украина страна открытая, а тут все. О! Это у нас что? Я энтомолог. Лечу собирать бабочек на Суматру. Ой! Ёжик, ёжик, ни головы, ни ножек. Software and Computer Museum. Музей компьютеров. О, почти как у меня. 1986 Macintosh Plus. Он рабочий. Давай. Я серьезно. Единственная проблема — 120 вольтовый на американец чистый. Ну, через латер включали. И 60 герц. 60 герц — это не самая большая проблема. О, Стив Джобс. А там что у нас такое? Фонтанчики. Где-то есть дубы, говорят, с корневой системой до 600 лет. Да, подходить страшно. Может быть, лампа Аладдина, а может быть, не хочу даже думать. Ничего не вижу. Одни какие-то симпатичные девушки. Так что, скорее всего, это что-то о стоматологии. Ой. Так, а это что? Дактилоскопическая карта. Не слышно наверняка, как тут пахнет вся эта химия. И в этом смысле это хорошо. Так, вот это я снимать не буду. Там только после 16. Вы видите? Ой, какая красота. Стоматолог? Раз в полгода. Как я и говорил, стоматолог. Стоматология.
міського господарства. О, это мы знаем. Что украшает нас? Был я там на лекциях. Проверили, да, можете дальше покупать. Торговенно-экономичный.